Жители Чувашии присоединились к Всемирному дню ходьбы. В торжественном открытии марафона на Красной площади столицы принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Спортивная ходьба в Чувашии – любимый вид спорта более 800 спортсменов, занимающихся профессионально в 8 спортивных школах. Почти все они вышли на старт. В этом году ряды марафонцев пополнили участники традиционных акций «Прогулка с врачом» и оздоровительной ходьбы ветеранов в Международный день пожилых. Стартует весь мир, стартует вся Россия, стартует вся Чувашия. Спорт – это мощная созидательная сила. Царит здесь дух спортивного единства. В единстве наша сила. Непременные участники марафона – руководители органов власти. Врачи рекомендуют, что ходьба – это универсальный вид спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. И неизменный результат – это здоровье и долголетие. Олимпийская чемпионка Елена Николаева старается не пропускать ни одного старта. Олимпийская медаль шла очень долго. 30 лет я стала олимпийской чемпионкой. Надо беречь свое здоровье и по сей день занимаюсь спортивной ходьбой. По традиции, первыми в массовом заходе стартовали выдающиеся спортсмены. Всероссийский день ходьбы учредили 3 года назад на международном спортивном форуме, состоявшемся в Чебоксарах. И с каждым разом его участников становится все больше, лишь бы погода не подкачала. Александрова Августина Александровна. Шагаю в скандинавской ходьбы уже больше 5 лет. Люди откликнулись и пришли на этот праздник, потому что они все любят нашу республику Чувашию. Мы каждый год участвуем в таком замечательном празднике, и мы зарядились позитивом, энергией. Мы очень рады, все очень круто, здорово. Очень понравилось. Нам очень понравилось каждый год, чтобы так было. 3, 4. Мы за здоровье!